ProDexpo 2021 снова в эфире. Рядом со мной спикер сегодняшнего дня Андреев Алексей. У него буквально через несколько минут выступление, чем ценнее, что сейчас он на нашем интервью. Здравствуйте. Добрый день. Большое спасибо ProDexpo. Большое спасибо, я могу сказать, уже 30 лет, потому что являюсь и участником, и посетителем этого замечательного форума. И действительно, через 10 минут немножко волнуюсь. Мы выступаем с фантастической темой, с бомбической. Мы рассказываем о брендинге товаров массового потребления, о первом производителе из замечательной республики Чечня. Это добавляет нам и ответственности, и определенного такого флера, потому что чеченские бренды не могут быть плохими, потому что в школе они выходят на федеральный уровень, им надо делать все очень по-серьезному. Соответственно, и челлендж, вызов у компании был все делать по-новому, инновационно, и брендинговое агентство Депо, которое я возглавляю, собственно, и инновационные инструменты использовало. Мы разработали позиционирование и новый бренд корпоративный, бренд компании, который, собственно, и предоставляет широкий ассортимент продуктов. Это безалкогольные напитки. Как бренд называется, я скажу через 10 минут на выступление. Вот. И у этого бренда есть совершенно роскошный, как россыпь самоцветов, портфель потребительских брендов внутри. Это напитки, это чаи, это соки, сокосодержащие напитки, это вода, это лимонады, это энергетики и все такое остальное. Надо четко понимать, что полка безалкогольных напитков конкурентная, высоко конкурентная. Никто там новичков не ждет. И, соответственно, нам пришлось применить все мыслимые и немыслимые технологии брендинга, чтобы ритейл-сети нас увидели, полюбили, выставили у себя, а вслед за этим, чтобы нас полюбили и российские покупатели. Это было нелегко, но в данном случае Чечня нам помогла, потому что здесь то, что у нас за плечами не рядовой бренд, а вот такой большой вызов, потому что бренд, который мы продвигаем, он еще имеет большую социальную нагрузку, потому что это первый чеченский бренд, который вдохновляет всех остальных. Вот. Поэтому пришлось постараться. Вот все увидите, будет классно. Большое спасибо. И очень интересно еще про вашу компанию Depot узнать. Я так понимаю, что вы как раз именно та компания, которая может какому-то производителю помочь стать таким продуктом, без которого жить потребитель просто не может, грезит ночами и бежит в магазин, как только выходит какая-то новинка. Ну, у нас есть манифест, который звучит так, что в условиях конкурентной борьбы и когда товары и услуги по своим потребительским свойствам практически идентичные, брендинг является одним из самых эффективных инструментов. Наша компания Депо занимается брендингом, и если походить по залам выставки ProDexpo, сейчас совру, но скажу, наверное, больше половины это наши клиенты. Поэтому мы то самое Депо, это нам добавляет на самом деле не радости, а ответственности, потому что нас в этой стране больше всех хвалят, и нас больше всех ругают тоже, но это наш удел. Спасибо большое. Я знаю, вам нужно готовиться. Спасибо вам огромное. И вам большое спасибо.